Новые правила дорожного движения не мешают водителям находить новые способы, как избежать штрафов. Несмотря на то, что камеры были установлены всего месяц назад, некоторые водители уже придумали, как обхитрить сотрудников полиции. Штрафов. Некоторые автомобилисты говорят, что о новых нанотехнологиях не слышали. Слышали об этом, но не знаю, если в продаже появилось. Знаю, что в Москве есть такие пленки в продаже, но многие ребята говорят, даже вот в агентстве, рекламное агентство, как бы тоже вот... Есть такие пленки, но пока не видел. А слышали ли вы о нанопленке для госномеров? Нет. Скажите, пожалуйста, вы слышали о нанопленках для регистрационных номеров автомобилей? Да, слышал и знаю. Слышал и знаю про них. Как указано в нескольких объявлениях, достаточно прилепить на свой регистрационный знак специальные наклейки, как видеоаппаратура перестает видеть цифры на экране дорожной камеры. Кроме букв и обозначения региона, ничего нет. А если смотреть на знак невооруженным глазом, никакого подвоха незаметно. Пленка черная.